насчет информации, чем вот это управление стола. Но опять же, я не очень верю в то, что это возможно в России. А, знаете, опять-таки, при выборе между... Я не думаю, что эта ситуация неразрешима. Бифуркация, еще раз говорю, развилка, еще пока не... Где же Ah.
Навального? Нет. Там 646 ВК. 142. Почему я вон, блядь, как? Запиши. Ёлки попиздели, блядь, тогда, ну, мне рассказал хуйню. Я тупорал, а вон они как раз. Слушатели старше 16 лет. Это может не они. Хуя себе, нихуя. Блядь. Придурок, блядь. Сейчас еще выебат, смотри, будет. Этот автомобиль меня устраивает по всем параметрам. У меня есть загородный дом, и добраться зимой до дома был бы проблематичным обычным машиной. Дурак нахуй. Савенто я таких проблем не испытываю. Я считаю, что автомобиль Kia Sorento один из самых хороших, привлекательных в своем классе по цене и по качеству. Отдельно хочу поблагодарить менеджера Андрея, что салоне БТР Мотор на Новикова прибыла. А? Премьера на ТНТ. Я Эскулап. Да и ёмовский бог врачевания. Мне очень будет вас создавать то, что я могу спасти много страждущих, а спасаю мало. А чё, книга, что уменьшит прибавление? Интерны. Новый сезон. Сегодня в 20.30. Ебало бы тебе разбить, урода, блядь! Сука! Я тебе хрестёк, блядь! Ситуация неразрешима. Бифуркация, еще раз говорю, развилка еще пока не... Помните, опять-таки, при выборе между...
что ты делаешь?